Петр, я хочу вас поздравить с нашей первой совместной репетицией. Я уверен, что вдвоем мы с вами составим гордость нашей российской культуры, как Башмет и Третьяков. Вы и я. Или точнее, я и вы. Да, вы правы. Я и вы. Так точнее. Нет, вы знаете, даже лучше, вот как Ростропович и Вишневская. Нет, давайте лучше, как Башмет и Третьяков. Мне вообще непонятно, кому это в голову взбрело, что мы должны работать вместе. Мне это непонятно. Да только вместе. Во-первых, сегодня все, так сказать, русское, народное, как говорится, а-ля Рюсь, модно во всем мире. Вы согласны? В общем, да. Особенно виолончель. Во-вторых, кто вообще придет на наш концерт, если сейчас на афише написано «Солист Петр Глухой, а виолончелист Николай Безрукий». А вместе мы будем называться «Виртуозы городка». Ну, хорошо. Начнем. Значит... Потрясающий смычок. Вот. Он совершенно случайно здесь оказался. Это ваш? Да. Вы его купили? Совершенно да. Грандиоз. Страдивари. Да. А вы заметили, ну, да? Ну, еще бы. Как. 18 век. Купил за большие деньги. Чудо! Чудо! Мне объяснили, это работа величайшего мастера смычка. Нашего тульского умельца Никодима Мадеинчина. А? Умели люди еще тогда работать, а? Никодима как? Мадеинчин. Мадеинчин? Да. Не знаю, не слышал такого. Это странненькая фамилия какая-то. Что значит странненькая? Нормальная русская фамилия Мадеинчин. Мадеинчин. Да что, да вот клеймо есть. Ну посмотрите, вот. Правда, вот латинскими буквами написано. Посмотрите, видите? Он, говорят, уже тогда на экспорт работал. Ну, буквы действительно латинские, вас не обманули. Естественно, как. Мадеинчин. Мадеинчина. Мадеинчин. Сделано в Китае. Ну, так сказать, и... Ну, давайте начнем, а? Давайте вот начнем. Нет, один момент, Николай. Я думаю, что вот перед тем, как мы начнем выступать в России, нам все-таки лучше вот на зарубежном зрителе как-то попрактиковаться. Может, начнем с Франции? Я там выступал, вы, я знаю, там неоднократно гастролировали. Ну, вот в Германии же мы не были, вообще не были в Германии. Давайте в Германии. Нет, ну, действительно, мы же не были. Так все-таки, может, лучше начнем с Франции, где нас уже знают? Ну, чтобы не рисковать. Ну да, это точно. С вами нам рисковать никак нельзя. Нет, ну что же. А во Франции-то мы уже были. Да, были, и нас там знают. Вот поэтому давайте лучше начнем с Германии. Ну, пожалуйста, ну давайте начнем. Ну я вас очень прошу. Ну просто, вот с пятой цифры. Сейчас. Ну пожалуйста. Сейчас. Ну так давайте. Одну минуточку, Николай Петрович. Но все-таки пока не начали. Я все же хочу договориться. На берегу, дайте. Что вы хотите? Что вы хотите от меня, Мадеинчин? О чем договорится человек с китайским смычком? О чем? Я все же хочу в Париж. Ну, я мечтаю, ну. Тем более, там сейчас в Париже неделя русской культуры. Выставим, а потом, ну, поживем хоть какое-то время, ну. Да, все понятно. Значит, в Париже быстро пролетит неделя русской культуры и начнутся долгие месяцы русского бескультурья. С пятой цифры, пожалуйста. Просто с пятой цифры. С пятой. Николай! Я ж совсем забыл вам сказать. Не, ну серьезно, ну мы начнем когда-нибудь или нет? Уже просто. Да погодите. Я просто хотел с вами радостью поделиться. Ну какой радостью? Вот какой? Николай, возрождается российское кино. Да. А вы к этому какое отношение имеете? Как это какое? Я в нем снялся. Роль Ростроповича. Чего? Что? Да, меня как режиссер на сцене увидел, сразу сказал, что я на него похож. На Ростроповича? Да. Интересно. А чем вы на него так похожи, интересно? Режиссер сказал виолончелью. Отре, отре. Николай. Ре, пожалуйста. А вот вы знаете, о чем я часто думаю? Нет, не хочу знать. Ре. А я вот часто думаю. А что, если все россияне вдруг начнут работать, как мы с вами? Вы представляете, какое нас ждет сказочное будущее? Так мы же с вами как раз и не начали работать. Не начали работать. Так я же и говорю. А если все россияне вдруг... начнут работать.
Николай, а я вот что еще сказать хотел. Хватит! 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 Хватит, хватит, хватит! Хватит, хватит! Хватит! Хватит нефти нам и газа, чтоб Россию накормить. Никакая нас зараза не возьмет в Европу жить. Широка страна родная, да нету вовсе ничего. Нет конца и нету края, кроме Красноярского. Мы артисты, виртуозы, и мычим, и телимся. Приезжайте в городок, повиолончелимся.